Ты как трешь, оглобля. Антонина Тимофеевна? Здравствуйте, Антонина Тимофеевна. Здравствуйте. Соня! А, прошу прощения, Антонина Тимофеевна, вас Николай Иванович зовет. А? Вон. А, ага. Извини, отвлеклась. Ну, иди. Мне приснился сон. А, так, зачем? Что зачем? Так зачем ты пришла? Ну, как зачем? Хотела рассказать своему мужу? Да. О том, что вот мы всю жизнь прожили вместе, а потом вдруг в результате сна выясняется, что я его никогда не любила. Выясняется вдруг? Да. В результате сна... И именно это? Ну, нет. К сожалению, не только это. Так? А выясняется, да, что я вообще всю мою жизнь прожила не так. О. И не с теми людьми. О. Это потому, что белый халат улетел? Белый халат, говоришь. Интересно, ну и? Все. Ага, все? Ну да, все. Все, да, белый халат улетел и все. А что тебя, собственно, беспокоит? Ну, улетел и улетел, а? Тоня, а ты вообще зачем пришла? Все это потому, да, что я это почувствовала во сне. А, прости, пожалуйста, а что ты? Что Добрый вся день. Моя жизнь прожита не так. И не с теми людьми. Ага. И все потому, что тебе приснился сон, в котором тебя поцеловал неизвестный мужчина. И я осталась с ним. А белый халат улетел. Тоня, что с тобой? Тоня, прости, пожалуйста, Тоня. Тоня, ты что, с ума сошла? Может, и сошла. Но откуда я-то знаю? Николай Иванович, вы про нас не забыли? Сейчас я иду. Коля. Ладно, хорошо. Я тебя очень прошу, подожди меня, пожалуйста, в спецкорпусе. Я сейчас. Привет. Здравствуйте, товарищ. Саша? Да. Голубчик, пожалуйста, передай Илье Моисеевичу. Илье Моисеевичу? Николай Иванович. Может, попроводим Антонину Тимофеевну? Спасибо большое. Угу. Напор увеличь. Вот там немножко вот так. Ну как, Григорий Григорьевич, как у тебя? Вот в чем стоите, а? Николай Иванович, все относительно. Понимаю. Так вот, эта процедура, Лев Борисович, вполне применима при технологии третьей степени. А то, что пишут в учебниках, это такая бредовая. Конечно, конечно. Николай Иванович, я все это и так предполагал, только я... Ну, я не предполагал, что это так... Что, что? Ну, что это... Ну, я не знаю даже, как сказать. Папа, ну я все сделала. Спасибо. Все переписала. Спасибо. А можно я пойду поем? Не-не, ты зайди ко мне. Здрасте, Надежда Николаевна. Здрасте, Лев Борисович, вы из меня... Обязательно будем продолжать эту процедуру, и все восстановится. Нет, у меня опыт. Идемте, Илья Моисеевич, сейчас все обсудим. Послушайте, а может быть, когда вы вернетесь от Николая Ивановича, может быть, мы пообедаем вместе? Как? Вы и я вместе.
пожалуйста. Ну вот, Антонина Тимофеевна, вот, собственно, и все. Присаживайтесь, пожалуйста. Аркаша, подвинься, подвинься, родной. Угу. Тамарочка. Привет. Бай-бай. А вы не принесете мне ее? Кого? Чего? Да так, я сижу, жду Николая Ивановича. Главный наш, Николай Иванович, врач. Провинился я перед ним. Аркадий Ильич, а вас? Антонина Тимофеевна. Очень приятно. Разрешите, я вас провожу? Куда? Ну, хотя бы до конца коридора. А зачем? Томочка, можно я провожу Антонину Тимофеевну? Проводи, Аркаш. Спасибо. Пойдемте. Я в некотором смысле друг Николая Ивановича. А? По крайней мере, был им до вчерашнего дня. А вы, простите, кем ему будете? А я его жена. Жена? Вы действительно его жена? Ну да. Ну, спасибо, что проводили. Мне надо идти. До свидания. Постойте, так вы передайте своему супругу, что он меня неправильно понял. Что я совершенно не то ему хотел сказать. Ведь вы его сегодня увидите. Да, думаю, да. Вы передайте, что Аркадия очень беспокоит и печалит наша последняя ссора. Я совершенно не то ему хотел сказать. Я обидел своего лучшего друга. Что же вы ему сказали, если не секрет? Нет, вы знаете, мне стыдно это вам повторить. Ну, почему же? Все-таки. Ну, я ему сказал, что его жена самая последняя дура, которая может быть на этой земле. О, Господи! Вы думаете, он обиделся? Да, знаете... Как вас, простите? Аркадий Ильич. Да, Аркадий Ильич. И я думаю, мой муж очень сильно обиделся на вас. И я даже думаю, что он вам больше не простит. Конец вашей дружбе. Прощайте. Да куда же вы? Постойте. Неужели все кончено? Аркаш, ты куда это, братец, пошел, а? Я тебе сказал, 10 дней ждать меня. Здрасте. Позвольте представить, супруга Николая Ивановича собственной персоной. Антонина Тимофеевна? Да, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Очень приятно, я столько слышал о вас от Николая Ивановича, он все время... Мы раздевались долго. Я стал зимой, но ты не испугалась. Ты заискрилась мехом, ко мне прижалась и отдалась со смехом. Николай Иванович, дочь вашу, дочь Надежды Николаевны, я тоже знаю, мы с ней сотрудничаем вместе. Очень приятно, но я очень спешу, мне надо идти. Неужели это конечно, все? Конечно, пожалуйста, это не все, Аркадий, иди, жди меня на лавке. Если вы закончили свою жизнь, я советую прыгнуть вам с церковного купола. Что говоришь? Только не оборачивайтесь назад. Помните в Святом Писании, жена Желотова обернулась и превратилась в соляной стол? Не оборачивайтесь назад, а то превратитесь в соляной стол. Слышите? Жена Желотова обернулась и превратилась в соляной стол. Thank you.
внутри каждого нормального человека живет червяк мудрости. Огромный, жирный червяк. И вот всю жизнь этот червяк ест нормального человека изнутри, ест, ест, ест до тех пор, пока не съедает окончательно. И тогда нормальный человек умирает. Слышь ты, философ, кончай гнать в натуре. Иди режь мясо, руби. О высоком потом, понял, нет? Давай, давай, давай. Разве это высокое? Это низкое. Червяк внутри нас. Это наши низменные чувства, которые грызут нас изнутри. Здорово, братцы. Здравствуйте, Борисович. Ну, как дела? Да все в порядке. Вот, друг наш сегодня с утра в философию впал. Все о червях рассуждает. Здравствуйте, доктор. Вы прочли мою новую пьесу? Как она вам? Спокойно. Прочел пьесу прекрасно. И будет время, переговорим. Обождите. Обождите. Вы когда ко мне приходите? В пятницу. В пятницу. В 3 часа придете, мы обсудим вашу прекрасную пьесу. Хорошо? Обождите. Что еще? Ну что? Вот. Что это? Обратите внимание. Совсем свежая. Что, новая пьеса, что ли? Вчера написал. Вечером. Какой вы, однако, плодовитый. Когда все успеваете, Антон Павлович? Простите, доктор, вы меня перепутали с кем-то. Я не Антон Павлович, я Иван Александрович. Вы что, забыли? Тихо, тихо. Иван Александрович, Иван Александрович, вы пациент. Я пошутил. Все хорошо, пьесу я прочту. Мясо порубим? Мясо порубим? Давайте. Хорошо? Иван Александрович, рубите мясо, рубите, рубите. Нормально, разливай. Гони ты их, хватит. Да ладно тебе. Давай дадим еще 5 минут. Пусть покайфуют бедолаги. Слушай, Лёнчик, откуда здесь роскошь такая? Прям хоть девок сюда видит? Ты еще семью притащи с детишками на помывку. А когда наши финики-благодетели сделают нам прачечную по своей технологии, ты бельишко грязненькое подтаскивай на постирушку. Не исключено. С тебя останется. Подглядывайте. Нехорошо. О, Аркаша! Мил человек. Так ведь, Аркаша, работа у нас такая. Подглядывай. Слушайте, дайте мне ее. Да не положено гитару. Ну чего вам стоит? Дайте, а? А ты поплачь. Ну? Как ты умеешь плакать? Тогда, может, и дадим. Кстати, как ты этот плач ты называешь? Я все время забываю. Внутренними. Ах, ну. Внутренними слезами плачем. Другие называют это стихами. Ну дайте, а. Ну так поплачь и дадим. Делай, 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 Аркаш. Два санитара в белом. Пишу на стенке мелом. Ну все, ну, гоните. Слушай, нет, Аркаш. Ну давай, хорош. Не дадим, положено, не положено. Нет. Кстати, а не могут и мне сказать, а вот о ком ты сейчас плакал? Я? Ты, если не секрет. Плакал? О вас, грешных. Ха-ха-ха-ха-ха!
Итак, я вас убедительно прошу расслабиться. Процедура, которую вы принимаете, чрезвычайно полезна для вас, потому что в ее состав входят морские водоросли, а они богаты витаминами А, В, С, Д, Е, Н, К, ПП и так далее. Пошли, двигай, давай. Аркадий, чудесно, чудесно. Здравствуй, Николай Иванович, Аркадий. Добрый день. Садись. Как такое могло случиться, ума не приложу. Да садись, садись. Садись, садись. Хотел затронуть один вопрос, очень щекотливый. Я понимаю, что друзьям об этом обычно не говорят. Мы же с тобой не просто друзья, а старые друзья. Говори, говори, скажем, да? Нет, нет, мне перед вами неудобно это повторить. Все, все, спокойно говори. Вы понимаете, Николай Иванович, ваша жена законченная дура. Ты что говоришь? Так ты же мне вчера все это сказал, и мы с тобой разобрали эту ситуацию. Как ты можешь так говорить об Антонине Тимофеевне? Она прекрасный, добрый, хороший человек. Ради Бога, прости. Да ты не беспокойся. Я тебя прощу. Ты меня простишь. Не в этом же дело. Самое-то главное, Аркаша. Главное-то, что ты опять начал сочинять. И эти вот твои два последних стиха, Аркадий, это замечательные стихи. На неведомой планете, на восторженном вокзале. Это чудо, Аркадий. Красиво. Спасибо тебе. Но я ведь болен. Да ладно. Поймите, я ведь очень болен. Так, какая разница между больным и врачом-психиатром? А в чем разница? А? У одного из них имеется ключ, Аркаша. И все. Соскочивший с дороги, упавший на полном ходу, все для драки готово. У вас удивительный супруг. Землею спиною к спине я смотрел на настигшее время и в смертном бреду прошептал твое имя, и мир обратился во мне, и ключ повернулся во мне. А тебе что, не нравится, как я готовлю? Нет, не нравится. Вот тебе на. Значит, все, что я готовлю, тебе не нравится. Все не нравится. Ты что, мам, шутишь? Да нет, я тебя не ругаю, детка. Просто я сама виновата. Не научила тебя готовить. Меня моя мать не научила, я тебя не научила. А ты свою дочь. Ты чего, мам? Я тебе 3 года готовлю. И что, все это время невкусно, что ли? Все время невкусно. Ну, а Коле моему вроде нравится. Сомневаюсь. И Надьке тоже. Всем привет. 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 Вот, мам, здесь продукты. Оливковое масло, как ты просила. А папа передавал, что будет поздно. А зачем ей масло-то? Она готовить не умеет. Чего готовить? Ладно, пойду переоденусь. Подожди, Надежда. А вот ответь мне, дочь. Тебе нравится, как я готовлю? Нравится, мам. Ты готовишь великолепно.
хорошо, что после дня рождения отца сказала, чего ж ты, баба, свою дочь готовить не научила. Все, что она готовит, фу, как невкусно. Ты что, бабушка, решила пошалить, что ли? Я же в шутку так сказала. Надежда, ответь мне честно. Я тебя прошу, это очень важно. Ты правда считаешь, что я не умею готовить? Отвечай. Ну ты что, серьезно? Отвечай. Ну ты чего? Хорошо. Ну да, ты правда готовишь так себе. Но разве это главное? Я вот вообще готовить не умею. Что же я от этого хуже, как человек? Главное это, чтобы человек был хороший. Тебе уже 40 лет, а ты все еще живешь с родителями, которые тебе пусть плохо, но готовят. А главное, а я не знаю, что главное. Я не знаю, на что это все. И зачем я вам должна готовить еду, которая никому не нужна? Так. Мам. А почему я что-то должна готовить для вас? И почему я это делаю столько лет? Да пошло все это к чертовой матери! Мам. Вместе со всеми вами! Мам. Уйди! Мама! Все, все! Саша, завтра пораньше. Хорошо. 7:15. Буду. Привет. Привет. А где мама? Там. Бегает. Джерри? Джерри уже погулял. Пошли к ней. Пошли. Ты опять позвонился? Или что? Я давно ни с кем не ссорился. Мне приснился сон, что я могу полюбить другого человека. Есть какая-то надуманность, какой-то романтический пафос. Что случилось, Тони? Вечер добрый. Алевтина Афанасьевна. 41? Мам. Может, домой пойдем? Нет. Я еще полчасика побегаю. Согласны? 42. Какой воздух. Ай, как хорошо. Может, посидим? Посидим. Ну, вот ты расскажи, что тебя беспокоит? Повторяю еще раз. Мне приснился сон. Тоня! Еще раз скажешь про сон, и я... Тоня, забудь про сон. Сон – это сон. А ты расскажи, что произошло наяву. Ой, но ведь явь – это же последствия сна. Ведь ты же психиатр, ты мне объясни. Да, Тоня, я психиатр. И я как психиатр, я тебе, Тони, говорю, забудь про сон. Ты приезжаешь ко мне на работу. Ты же не часто это делаешь. Ты приезжаешь ко мне на работу не для того, чтобы рассказать про сон, правда? Что, Тонечка, случилось? Я приезжаю к тебе на работу, потому что мне впервые в жизни приснился такой сон. Я приезжаю к тебе, чтобы ты объяснил мне, что это значит. Не раздражайся, пожалуйста. Я ведь ничего тебе плохого не сделал, во всяком случае, сегодня. Давай мы успокоимся оба и поговорим. Давай по порядку. По порядку.
Что случилось? У меня такое чувство, что я живу во сне. Так. И мне нужна твоя поддержка. Так. Ну, как ты думаешь, что со мной? Для того, чтобы я тебе объяснил, что с тобой, сначала, Тоня, ты расскажи мне о том, что с тобой происходит. Я все рассказала. Нет, Тоня, ты не рассказала, Тоня. Не рассказала. Это не рассказ. Это рассказ. Нет, это не рассказ. Это рассказ. Нет, это не рассказ. Ты что, с больными точно так же общаешься? Нет, Тоня, что тебя беспокоит? Что я живу не своей жизнью. Боже ж ты мой! Что это за язык такой? Что это за литературщина? Ты же не артистка, которая монолог какой-то рассказывает. Что за высокий слог? Я живу не своей жизнью. О чем речь? Что тебя беспокоит, Тоня? По-моему, это сон. Так. Тоня! Тоня! Шестьдесят девять. Тоня, иди-ка сюда. Что? Иди, иди. Смотри! Ой! А, правда? Что это, Коль? Я не знаю. Может быть, спутник запустили, а? Ой, нет, ну ты смотри. У-у-у. Странно. Ты когда-нибудь такое видел? Mm-mm. А ты? Я видел однажды. Когда? Года два назад, на даче. Тоня, на чьей даче? На нашей. А я где был? А ты дома сидел, книжку читал. Архипелаг ГУЛАГ. А почему ты меня не позвала? Не помню. Почему ты мне не рассказала об этом? Не помню. Мама! Мам! Иди скорее сюда! Иди, здесь НЛО! Какое такое НЛО? Что вы тут наблюдаете? Луну? Да нет, мам. Ну смотри, НЛО. Да какое там НЛО? Да где? Я не вижу. Ну вон. Вон, смотри. Смотри на кончик моего пальца. Да Министерство обороны. Какое НЛО? Ты думаешь, это на самом деле наши? Ну, конечно. Да ладно, я без очков ничего не вижу. Ничего не понимаю. А почему ты мне не рассказала, что тогда вот на даче ты видел тарелку? Да не видел я никакой тарелки. Я видела странное свечение. Я ж тебе не про свечение спрашиваю, а про то, что ты не рассказала. Это было два года назад, Коль, я уж не помню. Странно, ты мне всегда все рассказываешь, а? А, Коля, Коля, скажи, эти инопланетяне, они правда существуют или так? Нет, неправда, Алевтина Афанасьевна. Это наше государство. Проводит секретные испытания. Ну ладно, тогда еще победу. Мою руку тоже. Так. Вот они. Да нет, знаешь, я тебе не все рассказывала. В каком смысле? Да нет, я ничего такого не скрывала. Просто я тебе не все рассказывала. Завтра, как обычно.
Здравствуйте, Алевтина Афанасьевна. Здравствуйте, здравствуйте. 86. Соседи, добрый вечер. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Сергей Петрович, а мы НЛО видели, честное слово. Где? Ну как, вон там. Пойдемте посмотрим. Что, честное здесь? Слово, своими глазами. Вон. Вот, вон. Ух ты. Да? А что же это может быть, Сергей Петрович? Да, может, какие-нибудь испытания новых самолетов вы не знаете? Да ну, какие испытания? У нас сегодня ничего не было. Вы знаете, что я вам скажу? Это спутник. А вообще интересно, я прямо сейчас позвоню, узнаю, запускали спутник или нет. Пойдем. Надя, ты должна меня услышать. Этот лев занимается. Он сотрудничает, вот. Ну вот что? Вот именно. Что? Ты слышишь? Слышишь меня? Я же отказался. Я отказался, а он нет. Ты понимаешь? Ну, годится тебе такая постановка вопроса? Нет, не годится. Не годится. Потому что я выхожу замуж не за информатора, а за человека. Любой вошедший в нашу семью, он ее изменит. Ой. И не рано ли разрушать то, что рано? Годами создавалось? Папа, мне 40 лет, а я до сих пор еще старая дева. Наденька, умница моя, красавица, ты должна меня услышать. Ты прекрасный врач. Я же уже сказала. Ты не слышишь меня, отец. А почему он мне ничего не сказал? Я же с ним целый день провел. Потому что сначала он должен получить ответ от меня. Он же не догадывается, что 40-летняя женщина может спрашивать совета у родителей. Тоня, а ты что скажешь? Пусть она выходит замуж. Ой. Твой отец, Тоня, мой Тимофей, тоже всю жизнь работал на органы и ничего. Мама! Да ты что? Я тебе что, не рассказывала? Да ты отдаешь себе отчет-то. Ну и что? Нет, надо взять диктофон и записывать. Разговор из книги Солженицына. Просто не верится. 21 век. Ты в своем уме? Ничего. Дочь вырастил. Жива, здорова и образована. Надя, выходи замуж. Коля, ты отпусти ее. Не век же в девку сидеть. Тонь, налей чайку. Да? Хорошо, хорошо. Ты как узнаешь, перезвони. Нет, они спутников не запускали. Во всяком случае, есть одно ведомство, которое может запускать. По своим каналам разузнает. Обещала, перезвонит. Папа. Перезвонит. Бабушка. Моя ласточка. Что происходит? А я вот тоже себя рыцарем ощущаю. И я тебя ощущаю рыцарем. Опасно. Какая мощь. Чистое средневековье. А вот там, за крепостной стеной, я видела что-то вроде ресторанчика. Давайте обедать там. Какая мощь, чистое средневековье, а, Николай Иванович? Шествие.
Надо было маму сюда взять, ей бы понравилось. Чтобы она тут расклеилась, мам, ты что? Мы похоронили бы ее здесь. Вон в ту стену замуровали бы, и все. Тоня, это же непостижимо. Мы все умрем. Что тут непостижимого? Дети, идите туда. Там займите место, да? Постой, Тоня. Скажи мне, пожалуйста, что произошло? Вот что на этот раз? Не нравится? Объясни. Ты знаешь, мне не нравится все. Я вас всех не люблю, ты знаешь. Тоня, это опять фраза. Зачем так о своей матери, да еще при ребенке? При каком ребенке? Не придирайся к словам. Что произошло на этот раз? Ничего не произошло. Ты сам знаешь, ничего не произошло на этот раз. Тоня, я тебя умоляю, держи себя в руках. Держи в руках, особенно при этом постороннем совершенно человеке. Ты кого называешь посторонним человеком? Не придирайся к словам. Тоня, услышь меня. Тоня. Умоляю тебя. Сойти с ума — это очень сложно. Это не так просто, Тоня. Ты за эти месяцы накачала себя так, что у тебя развился невроз. А что такое невроз, Тоня? Это и сердце, и нервы. Что такое нервы, Тоня? Это и давление, и сердце, и все остальное. И это даже хуже шизофрении. Шизофрения, по крайней мере, это что-то мистическое. Это я тебе как не самый плохой на свете психиатр. Шизофрения – это мистика. А невроз – это такая глупость, которую мы придумываем сами себе. И мучаемся потом. Приготовлено просто отлично. Говядина отлично. Оливки хочешь? Да, дай, пожалуйста. У тебя есть, а у меня почему-то нет. Я уже шлопала. Свое съел уже, да? Toast to my queen. Обрати внимание, вот эта богатая дама оплачивает услуги молодого человека. Что-то они по-английски говорят, все равно ничего не понимают. Это совершенно распространенный случай. Классический вариант. Она ее кормит, поет, одевает, возит за собой. А он-то что ей за это делает? Надя. Ну не сэр же в таком возрасте. Солнышко, я тебя умоляю, не смеши меня. Это в каком же возрасте? Мам, да она гораздо старше тебя. Просто выглядит хорошо. Секс, Надя. И казино, и приемы. Но только у них это не все, как у нас. Ну, через агентство, все официально, подписывать контракты. А ты уверен, что это именно тот случай? Может, они просто матушка и сынок? Посмотри на них. Какие они матушки и сынок? Тоня, достань мне нетрадиционную сумку. Спасибо. Что такое? Все в порядке. Все. Поля, и широкие поля, как на вас на полях урожаю нема, только есть урожай, кучерявая верба, под вербою мама. Коза, оставь маму в покое. Он убитый лежал. Он убит, не убит, сильно раненый был. Пела грудь у него, вся изрезанная. Мам, перестань. На груди у него крест нательный лежит, а в ногах его конь вороной стоит. Уж ты конь, ты мой конь, ты товарищ мой. Отнеси ты платок моей любушке родной. Ты скажи, она свободна. Я женился на другой. Ты скажи, она свободна.
холодно, я женился на другом. Очень красиво. Спасибо. Excuse me. Do you speak English? Yes, practically everybody. Can I talk to the lady? Тут вот дама хочет с вами поговорить. Я не говорю по-английски. Okay, unfortunately, lady doesn't speak English, so I can be your translator if you want, okay? I'm living in London, and I like Russian literature and Russian songs very much. Mm-hmm. Вот она живет в Лондоне, очень любит русскую литературу и музыку русскую сильно любит. Ну и песни. I have a Russian friend in London. She is also a very beautiful singer, but her voice is not as tragic and beautiful as yours. В общем, у нее есть подруга в Лондоне, которая тоже поет русские песни, но ваш голос гораздо трагичнее, незабываемее, чем ее голос, ну и так далее. Could I ask you to write down the words of your song for me? My friend will sing it for me then. I beg you not to refuse me. Она просит, может быть, вы ей напишете текст, но слова этой песни. Конечно. Только если есть на чем. Okay. But we have now something to write. I had a napkin only. I'm so sorry. It's okay, we have our napkin too, okay? Попросил бы еще мне прокладки написать. Да, она уже давно ими не пользуется. Ты что? Do you come from Moscow? Что она говорит? Yeah, we came from Moscow. It's Nikolai Ivanovich. You know, he's famous Russian psychiatrist. He is in the head of a big, big clinic, and he is my wife's father. It is my wife. She's psychiatrist too, and my name is Lev. I'm psychiatrist too, and it is my wife's mother. She doesn't work anymore. Oh, you are the dynasty. Dynasty, yeah. Ich denke, das ist Jugoslawisch. And your wife's mother. She's also a doctor. No. She was an engineer and worked in the field of electronics, but now she retired. She's singing so marvelously this beautiful Cossack song. Yeah, yeah. She was born close to the river Don, wasn't she? Yes, she was born. Где родилась? Мама. Новочеркасске. In Novocherkassk, it's close to Don. And why do you know about Cossack songs and Ruby Don and your friend? And we didn't say hello to each other. This is Mark. Hi, yes, Mark. Yes, I know about the nice Don. I have read you write a Sholokhov. Oh, yeah. Что Sholokhov? Sholokhov читал. Unfortunately, we have to go, okay? It was a pleasure. Thank you. Bye. Мам, мы пошли. Sure. Спасибо. Welcome. Please. Вот. Mm-hmm. Thank you. Thank you very much. You are singing so beautifully. Спасибо. До свидания. Bye. До свидания. Bye. Так что опять произошло? Ну, когда наконец ты мне объяснишь, Тоня, все, наконец? Ну, я тебе давно уже все рассказала. Ну, я не знаю, что тебе еще говорить. Ну, хорошо. Хорошо, давай все обсудим. По порядку. Все, я скажу, что думаю я, а ты потом, ты скажешь, что думаешь ты. Угу. Ну и где будет происходить этот обмен мнениями? Прямо вот здесь, сейчас. Я, Тоня, думаю... Тоня! Подожди! Ну, пожалуйста, ну не будь ты ханжой, тем более ты никогда им не был. А ну и бог с ним. Why didn't you tell them that you are Russian? If I understand everything well... You were even born near to the same river. I forgot, what is its name? The Don. Such a place. I didn't tell them, cause I don't like my fellow countrymen. They're always saying one thing and thinking another. But you sang very well. And
Indeed. My compatriots have a wonderful soul, but they have an awful upbringing. Последнее время я заметил, что ты ведешь себя так, будто хочешь выглядеть сумасшедшей. Я вижу это. Несешь всякий бред и так далее. Но, Тоня, я вижу, что у тебя нет ни одного признака душевного расстройства. Ни единого. И я начинаю думать, а зачем ты это делаешь? С какой целью? Ты можешь сказать? Так, теперь я должна отвечать. Да, пожалуйста. Ой, прости. Еще вот что. Мне кажется, я не заслужил такого отношения к себе, Тоня. И мне больно. Да, прости. Я не знаю, что говорить. Ну, значит, ты не услышала меня. Мой вопрос. Зачем тебе это нужно? А мне в самом деле ничего не нужно. Ты не слышишь меня. А ты меня слышишь? Я тебя слышу, но я тебе задал вопрос, и я хочу получить ответ. Отвечаю на вопрос. Спасибо. Я не знаю. Я это делаю не специально. А можешь ты теперь ответить на мой вопрос? Пожалуйста. Но ты не ответила на мой вопрос. Я ответила? Нет, это не ответ. Это ответ. Нет, это не ответ. Не знаю, это не ответ. Коля, а ты меня любишь? Не как муж жену, а как мужчина, женщина. Дай нитроглицерин, дай. Ой. Сумки у тебя. Господи. Он у тебя. Где? Я тебе в ресторане отдала. Ну? Нет, ну и бог с ним. Нищий. Ты мое горе. Потому что я люблю тебя, Тоня. Я тебя очень люблю, Тоня. И я не могу без тебя жить. Я умираю, Тоня. Ты ведь мой смысл. Ты моя кровь. Ты мое дыхание. Мои любимые волосы. Мой запах. Я не могу без тебя существовать. Тоня, я люблю тебя. А я тебя не люблю. И никогда не любила. Я не люблю свою дочь. Не люблю мать. Не люблю свою жизнь. Это не моя жизнь. Я прожила не свою жизнь. Не знаю, как объяснить. Я не умею. Вот мне 60 лет. И все позади. И вдруг я понимаю, что я прожила не свою жизнь. Тоня. Тоня. Как ты поняла? Вот как ты поняла? Ты должна объяснить мне, что случилось. Должна. Ну, я не знаю. Я тебя все время об этом спрашиваю. Ну, не знаю я. Ну, вот.
Если во сне, ну, пускай во сне. Сон, это же мои мысли. Сон у меня в голове, это же мой сон. Вот если во сне я смогла любить, желать и, может быть, счастлива с другим человеком, значит, я всю свою жизнь прожила с тем, кого не любила. И, главное, все остальное в моей жизни то же самое. Напрасно прожитая жизнь. Вот что случилось. Ты как? Как ты вообще можешь это говорить? А я? А Надя? А вы мне чужие. Я вас не чувствую. Я вас не люблю. И все это ты поняла во сне? Ну, во сне, после сна. Какая разница? Это мой сон. Это я. А что ты вообще... Сон – это я. А что ты вообще можешь знать про сны? Что? Что ты можешь знать? Ну, это ты меня спроси, что такое сны? Я тебе объясню, это моя профессия. Ну, спроси меня. Я тебя спросила тогда. Я ведь тебя спросила. Но ты меня не услышал. Тоня, стоп. Это моя ошибка. Это моя ошибка. Я не придал этому значения, и я ее исправлю. Я вот сейчас просто ее исправлю здесь. Я тебе все объясню. Значит, что у тебя там вначале было? Про бурю? Я там было потом. Подожди, сейчас я сам вспомню. Ну? А теперь, насколько я помню, появляется у нас главный герой сна. Загадочный мужчина! Этот мужчина, прости, твой климакс и ничто иное. А это вот я. А то, что лицо тебе незнакомо, это от того, что молодость твоя прошла, но не любовь. Не любовь. А медицинский халат, это же мой халат. А молодой мужчина, это твои мысли об ушедшей сексуальной жизни. А халаты – это твои мысли обо мне. Теперь я для тебя всего лишь халат, ведь мы уже не можем иметь детей. Вот тебе твой мужчина и твой сон. Ну вот и весь наш сон. Все очень просто, Тоня. Вопросы есть? Ответь. Тоня. Где ты? Тоня! Тоня!
Тоня! Excuse me. Excuse me. Have you saw the woman my age? Je ne comprends pas. Parlez-vous français? Yes. Peut-être sprechen Sie Deutsch? No. No. Yes. Извините. Спасибо. Рус? Я? Я русский. Рус. Русский, да? Вы? Я ищу женщину. Вы? Вы там видели? Это моя жена. Женщина моих лет. Рыжие волосы. Там? Да. Там? Нет. Сори, сори. Все, я потерял жену. Туда. Туда? Угу. Алле-алле. Да? Угу. Ваша остановка там. Я свет. Thank you.
Ну, Антонина Тимофеевна, я вас прекрасно слышу и понимаю, но и вы услышьте и поймите меня. Да, это трудно пережить, но это не повод уходить от мирской жизни. Тем более, что психиатрическая больница – это не монастырь, как вы понимаете. Впрочем, монастырь тоже уходить не нужно. Вы меня слышите? Нет. Это вы меня не услышали, Илья Моисеевич. Я пригласила вас сюда и обращаюсь к вам не как к другу моего мужа, а как к доктору. Я не хочу прятаться от горя. Тем более, что никакого горя нет. Как же? Такая потеря. Я вас понимаю. Я знаю, что вы с Николаем Ивановичем прожили всю жизнь. Я знаю, что вы знакомы с раннего детства. И я понимаю, что Николай Иванович – это ваша жизнь. И теперь, когда вы остались одна... Коля не моя жизнь. Что, простите? Коля. Мой муж Коля. Это не моя жизнь. Это ошибка. Простите. Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Я никакого отношения не имею к жизни, которую прожила. Простите? Жизнь, которую я прожила с Колей... Со своей дочерью, со своей работой. Была прожита ошибочно. Простите. Это не моя жизнь. Я прожила ее по ошибке. Случайно. Вы это серьезно говорите? Абсолютно. И даже когда Коля умер, я не почувствовала боли. Я хоронила его как доброго знакомого. Как одного из многих, кого мне приходилось хоронить. Вы говорите неправду. Этого не может быть. Но я так чувствую. А я ничего не чувствую. И моя реакция вот на смерть Коли доказывает это. Я хочу, чтобы вы это поняли и услышали. Да. Конечно, если так. Да. Но мне нужно поговорить с Львом Борисовичем. Что он скажет? Я обращаюсь к вам как к доктору. Я больна. Возьмите меня в больницу. Я не хочу больше жить в этой квартире. А идти мне некуда. И в монастырь я не могу. Я даже не знаю, верю ли я в Бога. Мое место у вас в больнице. Николай Иванович отработал в ней 40 лет. Из них 20 он руководил ею. Так неужели он не заслужил маленькой отдельной палаты для своей жены? Антонина Тимофеевна, вы успокойтесь. Я вам всем готов помочь. Не надо советоваться с Львом Борисовичем. Поставьте мне диагноз, какой сами сочтете нужным. Вы же зав. Отделением. Профессор! Поймите, ваш зять Лев Борисович, главный врач, директор института. Я просто не могу с ним не посоветоваться. И потом, это вообще так не делается. Это же не санаторий. Но эту квартиру я уже продала со всей мебелью. И завтра здесь будут чужие люди. И если вы мне поможете, я смогу вас отблагодарить. Илья Моисеевич. Да. Я вам дам 50 тысяч. 100 дам. Только помогите.
дайте мне ее. Дайте, дайте, а? Не положено, Аркаш, не положено. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Вы супруга Николая Ивановича. Простите, забыл ваше имя, отчество. Антонина, без отчества. Я вас тоже сразу узнала. Примите мои соболезнования. Такой был человек. Был человек и нет человека. Скажите, вам не страшно? Нет. А я, признаюсь, боюсь. Чего же? А вы знаете, как я сюда попал? Как? Очень просто. Я 15 лет здесь проработал. До того, как стал ненормальным. Сначала кочегаром, потом помощником завхоза, но потом и самим завхозом. А потом взял и выбросился с балкона своей собственной квартиры. Еле-еле откачали. Слава богу, на клумбу упал. Николай Иванович, божий человек. Такой человек помог. Можно сказать, прописал. Дал место жить. Вот мы здесь с вами сидим и как бы сюда... Да? Нет, да. А я хожу, где хочу. Здесь мой дом, мои пенаты. Малина, одним словом. А из-за чего это вы с балкона спрыгнули? Когда? Первый или второй раз? Ой, так это вы не единожды делали? Нет, конечно. Два раза с балконов. Два раза резал вены. Последний раз забрался на чертово колесо. И такой бы был полет, да мужик помешал. А рядом в кабинке сидел, скрутил. И вот я здесь. Так а из-за чего все это? Вы имеете в виду причину? Угу. Причина одна – болезнь. Как сошел с ума, так и стал прыгать. А сейчас вы как себя чувствуете? Сейчас хорошо. Хорошо. Как Будда в капусте. Спасибо Николаю Ивановичу. Спас. Вернул мне разум. Почти весь. То есть как? Как это почти весь? Ну, если бы весь вернул, то остался бы я наедине. Со своими окнами и балконами. А-а-а. Экзистенции бродят по нашему странному миру. Тьма молчит, не желая, чтоб вышли из плотного Аркадий. Тела. Невесомые Аркадий. Вещи, полеты, любовь, чистота тела. Девушка, и неясное смыслу тоска одинокой квартиры. Вы, собственно, кто? Я... И неясное смыслу тоска одинокой квартиры. Аркаша? И неясное смыслу... У тебя все в порядке? И неясное смыслу... И неясное смыслу... Да не беспокойтесь, вот так. Тоска одинокой квартиры. Он часто так делает. Хочется, это хочется, ему наш главный прописал. Хочется это что, Лев Борисович? С ангелами. Какой там Лев? Стать ноем, был до него плыть прежде. Ковчегом, быть кипятком со снегом. Я не знаю, что делать. Я в сложной ситуации. Мне нужно позвонить жене. Пожалуйста, давайте отложим до завтра. Но ваша теща ждет. Теща ждет. Кто ее вообще сюда пустил? Говорил, ей нужно заменить эту старую охрану на нормальное охранное агентство к чертовой матери. Они не виноваты. Она сказала, что она жена Николая Ивановича и ваша теща. Показала документы. Ну как они могли ее не пустить? Нельзя без пропуска. Нельзя. Что мне теперь с ней делать? Я сказал свое мнение. Антонина Тимофеевна больна. Ее нужно обследовать и лечить. Да что ж мы все по кругу ходим? Я вас спрашиваю, что мне с ней сейчас делать? А
вы позвоните вашей жене и спросите. К сожалению, не могу позвонить своей жене, потому что моя жена в данную минуту на родильном столе. Извините, пожалуйста. Господи, Лев Борисович, что ж вы молчите? Что же вы? Ну, я вас поздравляю от всей души. Ладно. Рано меня еще поздравлять. Мне позвонят, когда она родит. Подождите, Антонина Тимофеевна, она что, не знает? Что мы ребенка ждем, знает. То, что ее дочь должна родить, я не знаю, знает ли об этом Антонина Тимофеевна или не знает. Она же не разговаривает с нами. Это я сейчас сижу здесь и занимаюсь ее проблемами, хотя должен быть там. А ей на нас наплевать. За 9 месяцев ни разу не позвонить беременной дочери. Так что ж вы ничего не предпринимаете? Это же ясно. Надо ее лечить. Надо ставить диагноз. Хотите, я вам выдам диагноз? Равнодушие. Жестокость вообще ко всему живому. Вот плохой человек, таков мой диагноз. Где мы это будем лечить? Вы знаете, что она продала свою квартиру? Что-что? Она продала свою квартиру. Откуда вы знаете? Она мне сказала. Вчера. А ну-ка, позовите ее сюда. Сейчас я ее устрою. Сумасшедший дом. Здравствуй, Аркаша. Ты тут женщину не видел? С сумкой. Не волнуйся, Илья Моисеевич, я ее отправил. И куда ты ее отправил? В Ленинград. Thank you.
Простите, вы говорите по-английски? Да, конечно. Вы не могли бы подойти вон к той даме с молодым человеком? Она англичанка. А вы не могли бы ей сказать, что я ее знаю? Что мы с ней встречались за границей? В ресторане на крепостной стене. Скажите, что я та самая женщина, которая пела казачью песню. А, вы знаете, дело в том, что это не вполне удобно. У нас это не принято. Я думаю, может быть, я подойду к ней и скажу, что вы хотите с ней поговорить. Ну, прошу вас. А вы сами вас. Ей все расскажете. Но я не говорю по-английски. Но дело в том, что та дама, она прекрасно говорит по-русски. Я только что принимала у нее заказ. Не может быть. Она англичанка, я знаю. Может, она англичанка, но она говорит по-русски. И даже без акцента. А вот молодой человек, он говорит по-английски. Неужели обозналась? Да нет, это она. Я же вижу, что это она. Скажите, а как у вас поступают в таких случаях? Знаете, у нас не было таких случаев. Я думаю, ничего страшного не будет, если вы извинитесь и напомните ей о себе. Да. Ну, если вам действительно что-нибудь от них нужно. А что мне от них нужно? Да, налейте мне, пожалуйста, шампанского. А, да, да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Вы меня простите за наглость. Просто я даже не знаю зачем. Но мне показалось, что мы с вами раньше встречались. Ну, хотя, что с того? И потом, мне, наверное, это показалось. Да нет, интересно, а где бы это могло быть? А разве это не вы были в ресторане на крепостной стене? Там еще русская женщина пела романс. А вы попросили слова песни. О, боже мой. Неужели это вы? Да. Да, да, это я. А вы меня узнали? Да, да. Ну, ну слава богу. А разве Боже мой, ну что ж вы? Ой, господи, какой конфуз. Ну, кто бы мог подумать, что будет еще и продолжение. Значит, вы русская. Ай, конфуз какой. Мне просто стыдно. Пожалуйста, ну что же вы стоите? Садитесь. Спасибо. Ладно? Да, я одна. Dan, this is my old acquaintance. Later, I shall tell you a funny story. А где же ваш муж, доктор? А он умер. Я хотела бы с вами поговорить. У меня большое горе. Я понимаю, умер муж. Нет, не это горе. Просто я растерялась. Я потеряла смысл жизни. Я понимаю. Я уже давно его потеряла. Then, my dear, go to our room and wait for me there. Okay, forgive me. No problem. Women have their own secrets. Do you mind if I wait for you in the casino? Okay. Okay. No, 1,000 dollars. Okay. Thank you. So long. Вставай. Зачем? Приехали. Куда? Куда просили? Ой.
Куда это мы приехали? Ты знаешь, мне настоятельно рекомендовали посмотреть этот храм. Ты думаешь, он открыт? Да нет, в это время он всегда закрыт, но попросим, откроют. А ты думаешь, нам откроют? За деньги, Тони, можно открыть двери любого храма. Почему ты решила посмотреть этот храм в такую рань? Это было заранее запланировано. В обед я улетаю. Улетаешь? Куда? Домой. А где твой дом? В Лондоне. А этот, твой молодой человек? Он полетит к себе домой. А его дом где? В Копенгагене. Я забыла спросить тебя, а ты в Бога ты веришь? А ты? Не знаю. Что значит не знаю? Либо да, либо нет. Не знаю. А раньше казалось, что верю. А теперь, пусть то, что случилось, я уж ничего не знаю. Послушай, я тебя понимаю. Я знаю, что такое узнать правду о собственной жизни. Не каждому человеку дано право обернуться и посмотреть правде в глаза. Это страшно, очень страшно. Но если ты будешь продолжать жить, тебе нужно как-то приспособиться. Главное, что ты должна понять, не нужно рассказывать посторонним людям о том, что с тобой произошло. Тебя все равно не услышат. Любому нормально живущему человеку твоя проблема покажется надуманной. Ну что это такое? Жила-жила, дожила до 60 лет, и вдруг поняла, что это была не твоя жизнь, что ты совсем другая, что ты не так должна была жить. Если искать причину твоего горя, то никакой особой причины нет, то есть, вернее, причина есть. Трагическая ошибка. Ведь хотя абсолютное большинство людей на Земле живут не своими жизнями, но только единицы понимают, что это так. Это что ж получается? Ведь времени не вернешь. Мне ведь уже не будет больше 20 лет. Я уже не смогу испытать, что такое настоящая любовь. Я не смогу испытать, что такое любимая профессия. Я даже зачать и родить ребенка не смогу в то время, когда мне этого захочется. А не когда вдруг я обнаружила, что беременна. Вот. И что же делать? На этот вопрос у меня нет ответа. Я просто-напросто прожигаю свою жизнь, приближая конец. Не знаю, поймешь ли ты. По-моему, не было никакого сна. Я, по-моему, выдумала этот сон, чтобы объяснить мужу, что я чувствую. Думала, он психиатр, все знает, поможет. Он даже не придал никакого значения этому сну. Как ты странно рассуждаешь. Что значит, по-твоему, не было сна? Но ведь сны – это же мысли внутри нас. Но вот когда мы не спим, тайные мысли все равно живут у нас в голове. И поэтому какое это имеет значение, снился тебе этот сон или нет? Главное, что он родился у тебя внутри. Да.
Ну, значит, он существует. Спасибо. Не за что. Нам пора ехать обратно. Они почти не расстаются. Я боюсь, Лёва. Но она же влияет на Соньку. Что? Тебе как врачу это не кажется опасным? Нет, Надюш, я думаю, все в порядке. Слушал я эти их разговоры, они вполне безобидные. Да. Машину качала, меня укачала, и я заснула. И что ж тебе приснилось во сне? Звездочки. О, звездочки. И ты очень красива. А ты знаешь, что такое сны? Откуда они появляются? Зачем? Нет. Болтает о всякой ерунде. О планетах, о солнце. У Антонины Тимофеевны после болезни жестокости наступила новая болезнь. Приступ доброты. Да ну тебя. Она ее и развивает. И потом, для ребенка вообще полезны художественные образы. Так что все в порядке. А все планеты крутятся вокруг Солнца. А наша Земля вращается сама по себе и еще крутится вокруг Солнца. А ты пока крутишься вокруг моей Нади. А она мне сказала, что она мне не Надя, а мама. Правильно. Правильно, она и должна так говорить. Потому что Надя давно уже для себя решила, что она твоя мама. Да. А вот ты только когда подрастешь, только тогда решишь, мама она тебе.
Антонина обернулась, убежала, улетела. На мгновение распахнулось небо и сгорело тело. Антонина, Антонина, ночь не спит, как злая мина. Наступила, оглянулась, в это время не вернулась. Антонина, Антонина, ночь ворчит, как злая мина. Наступила, оглянулась, в это время не вернулась. Антонина, муж да дети, чья судьба в тебя вцепилась? Красота на этом свете оглянулась да разбилась. Впрочем, не было свободы, обернись и ты, прохожий. Тает снег, дороги годы, Антонина, мы похожи. Впрочем, не было свободы, обернись и ты, прохожий. Тает снег, дороги годы, Антонина, вы похожи. Осторожно губ коснулись, сдули пыль и паутину, и рассыпалась рутина. Антонина, ты проснулась на неведомой планете, на восторженном вокзале. Антонине крылья эти все про счастье рассказали. На неведомой планете, на восторженном вокзале, Антонине крылья эти все про счастье рассказали.